Прошла весна, настало лето, и все опять твердят про это. На неделе активизация внимания к вечно больному дорожному вопросу. Во-первых, губернатор дал поручение разобраться с ситуацией по ремонту дорог в муниципалитетах области. А во-вторых, 1 июня истек срок, данный судом администрации Оренбурга, на приведение в нормативное состояние целого списка городских улиц. В эфире «Акценты дня», в студии Виталий Дерябин. Здравствуйте. Они очень старались, но получилось далеко не все. Дорожники Оренбурга весь май заделывали выбоины в асфальте, которым не с числа. Ямочный ремонт всегда считается полумерой, а в этом году тем более. Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять. Большая часть дорог, по которым прошли заплатками, по-хорошему требует полной замены верхнего слоя. Но, как говорится, играем на имеющиеся деньги. Финансирование дорожного ремонта в Оренбурге, по некоторым оценкам, составляет всего десятую часть от требуемого после такой зимы. Потому количество ремонтных бригад, выходящих на городские улицы, ограничено. И выше головы они прыгнуть не могут. Как итог, список сделанного короче того, что еще предстоит сделать. На ближайшее время, значит, мы будем работать. Это улица Орлова, это улица Цвиринга, Коростылевых, мост Дом Одежды на Коростылевых, мост на улице Юркина. Затем это улица Шоссейная, это улица Хабаровская, Автомобилистов, Амурская. Каждый оренбуржец, особенно из числа тех, кто за рулем, сходу выдаст вам свой антирейтинг городских дорог. Причем по большинству из них перемещается и общественный транспорт. Страданиям водителей добавляется страдание пассажиров. Вот один из таких участков, около 800 метров, улица Карачинской, что в зауральной части города. Стоять внутри салона, когда троллейбус форсирует бездорожье, приходится как моряку во время шторма, иначе не удержаться. Сидящие пассажиры комфорта тоже не испытывают и во время поездки обсуждают качество дорог. Отвратительные, конечно, я в Майами. Вот, трясемся. Ужасные дороги. Бог с ним, с Оренбургом. Люди не только в нем живут. Мои коллеги на неделе посмотрели, как обстоят дорожные дела в других городах и поселках области. Вот Светлый, самая восточная территория Оренбуржья. На выезде из поселка видны ремонтные работы на шоссе, ведущем в сторону соседнего Ясного. А вот внутри райцентра, если не бездорожье, то и не идеал тоже. Большие ямы прямо на проезжей части встречаются то тут, то там. Претензии водителей звучат даже в адрес центральной магистрали райцентра, улицы Советской. Ремонтировали, не ремонтировали в этом году? Что-то вроде одну сторону начали и все. Завязали, что с этим делать. Качество вас не устраивает? Нет, конечно. А что, машины долбишь только, грубо, сколько? Две машины рабочие, своя машина. Мы разбили все поселения на этапы в 3 года. В 2016 году у нас запланировано это Озерный сельсовет и Светлинский поселковый совет. А уже в упомянутом Ясном дорожная ситуация более позитивная. Нет, конечно, и здесь имеются проблемные участки. Водители, например, говорят про разбитые дороги во дворах. Но вот основные улицы в относительном порядке, хотя и покрыты множеством разнокалиберных заплаток. Верхний гладкий слой асфальта местами превратился в шершавый галечный наждак. Но в целом очень даже ничего. Местные жители особо не жалуются. В начале вот весны ужасно было. Яма на яме, там вообще невозможно было. Но сейчас уже более-менее. Можно сказать, уже можно ездить. Новая глава нас хоть порядки стал наводить. Дороги стали делать. С востока на запад. Бугуруслановские власти располагают на дорожные нужды 17 миллионами рублей, более 16 из которых выделены из областного дорожного фонда. Состояние дорог можно оценить как удовлетворительное. После зимнего сезона местные дорожники успели пройти частичным ремонтом по целому ряду улиц. Ремонт дорог планируют завершить за 2 летних месяца. Есть у нас улицы, которые будут заменены карты, есть ямочный ремонт, и есть, которые будут частично улицы заменены, скажем, определенный участок, это будет сплошным асфальтом. Сейчас сделана эта улица рабочая, второй этап, значит, предстоит, это улица Бамбурова, и дальше у нас еще всего у нас, значит, 11 улиц определено, и дальше уже идут улицы Монтажников, объездная дорога, разворотное кольцо и прочее. Картина, конечно, не полная, но некоторые выводы сделать можно. Один из них в защиту областного центра. Оренбург – это самый крупный город области, и ежедневно на его улицы выезжают десятки тысяч машин, плюс транзитный транспорт. Сравнивать нагрузку на его дороги с нагрузкой, которую несут дороги малых городов, некорректно.
С другой стороны, зачастую в глубинке и в условиях финансового дефицита сумели лучше сохранить дороги. Содержание дороги начинается в том числе с очистки дороги от снега, в подготовке к паводковому периоду, к тому, что где-то снег необходимо вывести, где-то необходимо почистить куветы. У нас и летом бывает до 30-35, зимой минус 30-35. Разумеется, рвет дороги. И там, где муниципалитеты занимаются не только ямочным ремонтом, но, еще раз говорю, приводят порядок обочины, заливают швы. И, конечно же, там дороги служат намного дольше. В общем, и вновь продолжается бой. Битва за дороги сегодня одна из самых приоритетных тем на просторах всей России. И если забыли, загляните в интернет. Дорожные страдания во многих регионах страны куда более тяжкие, чем у нас. Это были «Акценты дня». Увидимся.